Ну что, друзья, вот мы в Будапеште. Будем здесь 4 дня и 3 ночи. Постараемся рассказать вам что-нибудь интересное. Мы в Будапеште, и сегодня мы будем пробовать национальную еду. А национальная еда сегодня у нас — это суп гуляш. Вот он такой вот, вот такой вот, из говядины с клёцками. Ну и по салатику взяли, естественно. Так, вот, суп стоит у нас 4 евро. Это 1200 местных форинтов. Салат стоит 2 евро. Это 600 местных форинтов. Так что вот так вот. Всем приятного аппетита. Друзья, мы гуляем по Старой Будде. Так вот, сюда мы доехали на метро и поднялись на стены крепости. Тут недалеко. Станция метро, в общем, труднопроизносимая и трудночитаемая на русский манер. Так вот, поднялись сюда на стены крепости, и вот гуляем, и вот мы находимся в самом центре. Ну, мы продолжаем гулять по Будде, по стенам ползать, смотреть, любоваться. Так, вот за моей спиной цепной мост, и тут ниже чуть-чуть фуникулер. Так вот, фуникулер стоит 1200 форинтов в одну сторону, туда-обратно стоит 1800 форинтов. Ну, на мой взгляд, сомнительное удовольствие, тем более надо стоять в очереди. А спускаться здесь не так высоко, так что для разминочки после гуляша можно прогуляться и пешком. Сегодня мы пойдем в бистро, которое мы нашли благодаря интернету. Так вот, цены в этом бистро фиксированы на человека. Это в зависимости от дня недели, либо 1190 понедельник, вторник, 1290 среда, четверг, пятница, и выходные, суббота, воскресенье, 1590. Так вот, еда там всякая разнообразная, кроме напитков. Напитки оплачиваются отдельно. Ну что, посмотрим, чем нас сегодня будут кормить. Такой здесь интерьер. Посмотрите, какое количество всяких явств. Вот. А суть здесь в следующем. Ты приходишь, кушаешь, а потом на выходе плачешь. И ешь все, что влезет в тебя. В общем, хоть объешься здесь, хоть сиди хоть с утра до вечера и объедайся всем, что здесь есть. Здесь есть как мучные, как и всякие кондитерские изделия, мясо, гарниры, супы, три вида супа. Вот сейчас мы взяли гуляш, сейчас попробуем. Потом пойдем еще набирать всего. Так и будем, наверное, ходить и пробовать все. Друзья, ну вот, мы попробовали суп, но суп здесь не основное блюдо. Основное блюдо примерно выглядит вот так вот. И вот так вот. Это макароны с маком. Это макароны с маком. Сладкие. Димон набрал. Тут, короче, у нас еще сосиски, у меня курица во фритюре, это мясо у меня на гриле, это цветная капуста во фритюре, рис взял и овощи на пару. Вот так вот это все. Не знаю. Еще там у нас ждет сладкое. Наверное, дождется. Я надеюсь. Ну что, друзья, вот мы отобедали в этом Октагон Бистро. Оно также называется Гастланд Бистро. Ну что могу сказать? Прикол в том, что если ты не пьешь, то ты все равно должен заплатить 200 форинтов. А если пьешь, то там уже на сок 380, на чай тоже 380 форинтов. Так что лучше пить, чем не пить. Да, здесь есть все, даже смузи. Так что посещайте это бистро. В принципе, здесь круто. Много всего и все очень вкусное. Всем удачи, приятного аппетита. Мы поднялись на гору опять с труднопроизносимым названием. Так вот, здесь Статуя Свободы, хороший ориентир. И отсюда открывается потрясающий вид вот на город. Вид просто офигенный. Еще у нас здесь все затянуло тучами грозовыми и периодически раскаты грома.
Так что здесь очень круто. Поднимайтесь наверх, особенно в такое ночное время, когда вот все подсвечивается, особенно здание парламента. Здесь круто. И очень высоко. Друзья, мы находимся в руинном пабе. А таких по городу Будапешта достаточно много, особенно в нашем районе, где мы живем. Так вот, руинный паб это называется потому, что они находятся в всяких закоулках, всяких арках, всяких двориках заброшенных. Ну, соответствующие здесь интерьеры, антураж, короче. Вот, смотрите. Ну, народ как бы здесь угорает, тусит, бухает. Хоть он такого простого плана, вот, кстати, какие столы, какая скамейка, на которой я сижу. Да, там, облупленные стены, короче. Здесь наливают пиво, делают какую-то еду, возможно, но еды мы не нашли. Просто взяли пиво. И народ просто бухает, угорает. Ну, сам туристы. Ну а что еще надо? Мы их догоняем. Всем привет!